Вітаю, в ефірі програма «Діалог». Нещодавно регіональні новини сколихнуло кілька подій. Учениця однієї з шкіл Павлограда після знущання з боку однолітків намагалася покінчити життя самогубством. А підліток із Дніпра, аби вразити видовищним відео користувачів соцмереж, підпалив себе. Є психічні проблеми і у дорослих, пов'язані з пандемією, та й не тільки. Як уберегти себе і рідних від психічних розладів, розкажуть гості нашої програми. Це психологи Юлія Сулаєва та Дмитро Кущ. Вітаю вас. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, от саме якого віку найбільше люди схильні до суїциду? Если мы начинаем рассматривать возрастные рамки, то статистика и наблюдения дают следующие цифры. Больше всего, к сожалению, подвержены суицидальным склонностям именно люди возрастом от 14 до 24 лет. Обидно, потому что это кровь нашей нации, это кровь, это молодежь, которая должна строить это будущее. Следующий этап – это люди возрастом 40-50 лет. На первый взгляд, это люди, которые уже сформировались, уже которые имеют какие-то достижения, но жизнь достаточно жестока бывает, и там, в этой области, тоже мы видим очень много суицидов, самоубийств. И последняя категория – это люди 60+. Это люди пожилые, которые прожили жизнь, и здесь добавляются еще ряд, множество разных причин, которые толкают людей на самоубийство. Следует еще также заметить, что среди мужчин самоубийц в 4 раза больше среди женщин. Вот такая вот грустная статистика у нас на сегодняшний день. Так, а які ж причини, що людей от на такий крок фатальний наводить? Знаете, к сожалению, трудно назвать причины, которые не могут категорически толкнуть человека на самоубийство. Учитывая то, в какое время мы живем, какие потрясения за короткий срок сваливаются на общество и на мир в целом, то можно с легкостью понять, что любая ситуация может повлиять трагически на человека. Начиная от личных проблем, например, в семье, когда неудачная любовь, измены, когда просто элементарная непонимание. То есть люди как будто говорят на разных языках, хотя живут вместе, у них совместные дети. Все-таки это тоже может приводить к таким печальным последствиям. Если мы говорим о реалиях сегодняшнего времени, то смерть близких людей, тяжелые заболевания, они могут тоже кого-то из близких толкать на такие трагические поступки. Стоит нам немножко вернуться в прошлое и посмотреть, как на общество, на наше конкретно влияли такие вещи, как экономические потрясения, кризисы, то тоже мы можем с уверенностью сказать, что любые финансовые потери, потери работы, потеря уважения на работе, проблемы с своими коллегами на работе, они точно также очень трагически могут отражаться на людях, которые до этого даже не помышляли о возможности таких действий в своей жизни. Поэтому следует это учитывать. И что бы хотелось еще сказать, в последнее время очень остро возникает проблема травли, буллинга так называемого, и кибербуллинга. Это реалии нашего времени, но от этого никуда не деться, приходится искать выходы и решения этих вопросов. Это когда одно сообщество, либо один человек постоянно пытается унижать, постоянно пытается прессинговать кого-то из своего окружения, ну, имея на это свои цели. Юлія, як помітити, що з підлітком, у підлітка такі настрої? Бо дуже багато випадків, коли зовні родина цілком нормальна, є батьки, вони працюють, вони, дитина, вона доглянута, нагодована, там, наче все гаразд, але все ж таки, Десь все ж таки прогледіли батьки найважливіше. Причини чаще всего находятся в семье, потому что самоубийство и само суицидальное поведение подростка, оно имеет какие-то корни, оно не за один момент формируется. То есть на хорошей базе вот такое поведение, оно очень-очень маловероятно. Поэтому родителям очень важно обратить внимание на то, чтобы заложить подростку, своему ребенку хорошую
плотную, такую добротную, психологическую, устойчивую базу. И вообще это задача любого родителя – вывести, воспитать таким образом своего ребенка, чтобы не только он имел хорошие оценки и классное образование, что, безусловно, очень важно, чтобы он был психически устойчив, чтобы он умел хорошие личностные границы, хорошую адекватную самооценку, чтобы он знал, как разруливать конфликт, умел говорить и отстаивать свои потребности. А в случае, если он попал действительно в сложную ситуацию, умел просить окружение свое о помощи. И вопрос суицида среди подростков, он очень-очень острый, потому что по статистическим данным от 15 до 26 лет суицид является второй причиной смерти среди молодых людей после автокатастроф. Так вот, на что стоит обратить внимание родителям, чтобы вот сформировать такую хорошую устойчивую базу своего ребенка? Первое – на отсутствие асоциального окружения. Если женщина живет с алкоголиком, наркоманом и думает, ну хоть такой отец, это все-таки лучше, чем ничего, это большая ошибка. Такое деструктивное окружение очень пагубно влияет на психику ребенка. Поэтому изо всех сил старайтесь оградить своих детей от такого влияния. Следующая крайность, другая – потакание. Такое тоже часто наблюдается. Родители сами чего-то там, может, в детстве недополучили, испытывали какой-то дефицит. И всеми силами стараются своему ребенку дать самое лучшее, удовлетворить его малейшие потребности. Это как маленький птенчик. Он еще не успел и ротик открыть, мама уже с червячком стоит. И это, конечно, замечательно, весело, и, может быть, ребенку приятно, и родители развлекаются. Но в результате происходит некоторая психологическая инвалидизация ребенка. Он не умеет хотеть и часто не знает, что хочет, потому что он все получал. Не умеет ждать, не умеет достигать, планировать, справляться с трудностями. Тобто він не пристосований, да, до конкурировать життя. Не умеет, переживать свои неудачи. И когда он выйдет в реальный мир, а это рано или поздно произойдет, у него будет очень-очень сильный стресс, и неизвестно, сможет ли психика справиться. Это, знаете, такое резкое обрушение произойдет. Поэтому, если вы за собой замечаете такую склонность, тормозите, пожалуйста. И если у вас есть какие-то ваши такие неудовлетворенные потребности, лучше проработать их с профильным специалистом и адекватно воспитывать своих детей. Другая крайность – слишком жесткое воспитание, игнорирование полной потребности ребенка, какие-то уничижительные высказывания в его адрес. Есть какие-то слова, которые никогда не должны быть сказаны при ребенке. Это очень травмирует, и потом их из личности приходится прям выковыривать с помощью психотерапии, психологии. Все вот такие замечания: ты дурак, и руки у тебя кривые, посмотри, какой ты придурок, Вася, мальчик хороший, маме помогает и в футбол играет. Закладывают в ребенке ощущение, что со мной что-то не так, я плохой. Не я криво палочки написал и не так посуду помыл, а со мной лично что-то не так. Критиковать ребенка важно и нужно, но, во-первых, критики должно быть меньше, чем похвалы. Похвалы чуть больше. И критика должна быть в такой определенной форме. Или в форме «я-сообщение», когда вы говорите о своих чувствах, поддерживаете ребенка. Ну, эту информацию легко найти в интернете, как критиковать в виде «я-сообщений». Или в виде принципа сэндвича. Похвалили, поругали, похвалили. Потому что тогда эта критика будет входить безболезненно и не травмировать психические структуры ребенка. Следующее, на что стоит обратить внимание, на формирование адекватной самооценки. Родители создают у ребенка такую самооценку, отражая его. Вот помните, как это в детстве было, если они хвалят? Посмотри, какие у тебя волосики, какие у тебя глазки. Девочка понимает, да, я вот симпатичная. Посмотри, какой у тебя характер хороший, как ты это хорошо делаешь, как у тебя хорошо получается. Вот здесь не очень, давай ты еще там попробуешь. То есть ребенок начинает понимать, какой я, что я, какие у меня сильные стороны, где мне стоит подтянуться. Вот часто спрашивают, а что такое любовь к себе?
Это точно не лечь на кровать и сказать «ну-ну-ну» и съем килограмм конфет. Нет, это отношение к себе как минимум, как к другу, как к хорошему человеку, как к поддержке. И вот это у ребенка сформируется, когда он будет это получать от родителей. Он воспримет это как импринт, это впечатывается. И поэтому, когда мы даем такую поддержку своему ребенку, он потом учится также относиться к себе. Поэтому тут очень важно помнить, какие важные кирпичики мы закладываем, воспитывая своих детей. Очень важно, чтобы ребенок наблюдал, как конфликты решаются в семье. Очень важно, когда супруги умеют разговаривать друг с другом. Не замалчивают потребности, потому что рано или поздно они выстреливают, но и не вступают в такие деструктивные споры и конфликты. Иногда они бывают, имеют место быть, но старайтесь ограждать своих детей от участия в таких конфликтах и вообще от наблюдения. Взрослые проблемы взрослые должны решать со взрослыми людьми отдельно от своих детей. Психика ребенка не способна вместить вот такие эмоции. И если вот эти все факторы будут соблюдены, то это будет более-менее стабильное психическое состояние. И тогда, что бы ни происходило, ребенку гораздо больше шансов устоять. И даже если буллинг, и даже если что бы там ни было, какие-то стрессы. И еще очень важно – создавать доверительные, теплые отношения с ребенком. Чтобы в случае чего, а жизнь такая штука, может что угодно случиться. Не только мысли о самоубийстве и буллинг школьный, там, сексуальное насилие, куда-то в лес, куда не нужно. Вы должны быть первыми людьми, которым ребенок придет со своей проблемой. И для этого он должен знать твердо, что вы будете ему помогать, вы будете на его стороне. То, что он потом будет проработана эта тема, это да. Но в данный момент вы станете на его сторону, будете с ним заодно. И это формируется не за один день, это формируется в течение жизни. И вот хочу с вами поделиться правилом 3 минут. Когда вы приходите, встречаете своего ребенка, первые 3 минуты побудьте с ним, поговорите, расспросите, обрадуйтесь ему, как вроде какой-то ваш классный друг, которого вы любите. И вот это маленькое такое небольшое занятие поможет создать вот эту атмосферу. Он будет понимать, я важен, я ценен, меня любят, я дорог. И вырастет личностью, которая сможет опираться сначала на вас, а потом и сам на себя. Дякую. І щодо булінгу повернемося. Чим пояснити, що діти нападають на іншого, обирають свою жертву всі гуртом? Чому так відбувається? І тим більше, що це не один випадок. Вони ще знімають на телефон і все це викладають в Ютуб. І вже ж їх і поліція підключається. Чи може кількість переглядів? Що тут може? Чому вони так чинять? Для того, чтобы понять вообще это явление целиком, нужно сначала определиться, что такое подростковый возраст, чем он характерен. Подростки – это уже не дети, но еще не взрослые. Они лишь приоткрывают окошко во взрослую жизнь. Этот мир им абсолютно не знаком на самом-то деле, но они в себе чувствуют силы, молодость дает это, а опыта нет. И вот они пытаются там построить свою жизнь по тем правилам, которые они вот только-только познали. И вступают в так называемую конкуренцию, доминирование. Это один из способов, например, стать выше других. Любому хочется, чтобы его признавали. Любому хочется быть популярным. То, что вы говорите о просмотрах, о интернете, это тоже шаг популярности. И вот один из способов, чтобы стать, как-то выделиться из общества, из социума, это унизить, допустим, кого-то из ближних, с тем, кем учишься, кто рядышком. Вы сказали про то, что очень характерно сейчас то, что нападают именно несколько человек. То есть начинается травля именно группой. Знаете, стремление принадлежать к сообществу – это наша базовая потребность. То есть мы люди, существа такие, которые нуждаются в обществе. И если мы остаемся поодиночке, мы не чувствуем ни своей важности, ни своей ценности. Мы чувствуем глубокое одиночество. Поэтому подростки тянутся в команды. И если подросток чувствует за своей спиной поддержку, чувствует, что его помогают, его спасают в трудных ситуациях, то он с большей готовностью пойдет даже на негативные шаги, если за спиной будут поддерживать. Стоит сделать один шаг, получить поддержку, дальше срабатывает механизм запоминания, как Юлия говорила, импринт, который потом отражается на всей стратегии поведения. Ну и, конечно,
Если ты принадлежишь какому-то сообществу, то ты уже находишь как бы другую семью, которая всегда тебя понимает, потому что там сверстники, в отличие от родителей. Это увеличивает границу между близкими людьми, возникают конфликты, которые позволяют ребенку уже строить вот такую вот, как мы сейчас понимаем, негативную сторону жизни. Ну и действительно отражается это очень порой жестоко. Подобные видео, которые снимают подростки, эти избиения, они действительно привлекают таких же ровесников. Они понимают, что это можно делать безнаказанно. Они видят, кто лидер в команде, хоть он и таким путем свое лидерство получил. К тому же, что очень характерно, в команды, вот эти, которые занимаются буллингом, которые могут кого-то унижать, часто попадают люди и идут по этой дорожке лишь потому, что боятся стать жертвой. И, как говорится, лучше стать доминирующим, либо чем стать жертвой. И вот выбор, конечно, склоняется в сторону доминирования. Это явление на сегодняшний день очень сильно развито по всему миру. Ищут способы борьбы. В украинском языке есть очень такое яркое слово «цькування», очень характерное, просто передает все настроение, все, что кроется на самом деле за этим тяжелым явлением. Ну вот эта проблема до сих пор очень острая, и новости нам чуть ли не каждую неделю попадают на глаза такие трагические случаи. Чи можемо сказати, що булінг – це більш він притаманний саме підлітковому віку? Чи, може, серед дорослих теж трапляється? Але, ну, у новинах, принаймні, я такого не бачила, щоб там... Ні, к щастю, серед взрослих ні, тому що це могло би приобрести зовсім ізощрені форми. Діти самі по собі більш жорстокі. Чому? Подростки іменно. Тому що вони не знають той болі, яку вони наносять другим. Якщо взрослий людина, він через багато пройшов, у нього є життєві потрясіння, і він знає, як це відражається на інших людях, то подростки цього опиту не мають. І действительно, именно в подростковом возрасте они таким образом себе какой-то опыт вот такой вот жестокий и приобретают. Именно подростки, именно подростковые стычки чаще всего приводят к самым трагическим результатам, то есть даже к смерти. Ну и как вы понимаете, что сам буллинг очень часто может приводить именно к суицидальным последствиям. Когда подростки, у которых психика еще не сформирована, когда они еще не готовы давать отпор, они не видят своих возможностей и не имеют поддержки у близких, они находят единственный путь – это расстаться с жизнью. К сожалению, такие факты бывают и очень часто. Щодо людей поважного віку, які тут причини домінують? І чи можемо говорити про якийсь такий критичний період, до якого треба ставитися уважно дуже? Статистика утверждает, что где-то с 70 лет риск суицидального поведения у пожилых людей, он возрастает. И тут, конечно же, причины даже на поверхности, они даже понятны, потому что человек жил в социуме, активной жизнью, ему были доступны удовольствия тела, а сейчас это все остановилось. Его роль в семье поменялась, возможно, он был главой семьи или выполнял какую-то такую ведущую роль, а потом он отходит куда-то в сторону. Здоровье. То болит, то чешется, то колет. Иногда серьезные какие-то болезни и очень серьезные болевые синдромы. Социумные контакты сведены к минимуму или вообще отсутствуют. Нет никаких увлечений, хобби. И, конечно же, люди такого возраста очень часто подвержены депрессиям, которая потом приводит к суициду. Нет интереса жизни, нет ради чего человеку нужно жить, нет интереса. Пока мы развиваемся, пока мы интересуемся, мы как-то двигаемся. Остановился человек, какое-то время побыл, он потихонечку начинает затухать. И иногда в виде суицида, иногда просто схлопывается и уходит в себя, и потихонечку умирает, болеет. Чтобы этого не было, если это касательно каждого человека, о себе нужно позаботиться заранее. Следить за своим здоровьем. Свести к минимуму риск развития таких болезней, как Альцгеймер и старческая деменция. То есть тренировать свой мозг, учить новый язык. Хотя бы через день есть то правой, то левой рукой. Следить же за физическим своим здоровьем, иметь какие-то увлечения, хобби и понимать, что будет, если вот это все отойдет, чем я займусь. Если в вашей семье есть пожилые родственники, то, конечно же, дружеская забота, вовлечение их в жизнь семьи, внимание их очень сильно поддержит.
какие-то обследования. Постарайтесь, чтобы ваши пожилые родственники имели какое-то хобби, увлечение, каких-то подруг, друзей. Вот сейчас пандемия, очень многие ограничили социальные контакты. Ну, для того, что из заботы, чтобы не заразить своих пожилых родственников, не подвергать их дополнительному риску. Однако же люди очень страдают. Находите тогда возможность это делать по телефону, по видео. Сейчас все средства связи для этого есть. Ну и чтобы у человека были какие-то свои увлечения, свои занятия, какой-то интерес. Если удастся заинтересовать чем-то, жизнью, собой, то почему нет? До долгих лет мы можем быть активными, счастливыми и реализованными. И забыть о депрессии и о старости. Отже, давайте підіб'ємо підсумок нашої бесіди. Що ж треба робити, аби втриматися, свою таку психічну рівновагу витримувати і, звичайно, не забувати про тих, хто поруч. Ну, що треба робити? Можливо, якось бути більш уважнішими, це ясно, але, може, якісь ще такі практичні поради? Практичні совети. Я спочатку хочу дати кілька советів. Якщо вдруг накатує тривожність або навіть панічна атака, от зараз становиться плохо, як можна себе підрегулювати і успокоїти? Дуже класно допомагають дихальні техніки. На 4 счета ви вдихаєте, на 4 счета ви задержуєте дихання, на 4 счета ви дихаєте, на 4 задержуєте. Вдох 4, задержка, выдох 4, на 2 задержка. 4-5 минут такого дыхания снизит уровень адреналина в крови и немножечко человек успокоится. Это и при панических атаках очень классно помогает. Что еще очень поможет, если вы склонны накручивать, тревожиться? Нужно научиться управлять своим мыслительным процессом. Как это бывает? Ну, идешь такой по улице, и тут мысль какая-то в голову залетела, а редко залетают какие-то, да, позитивные мысли. И через 15 минут вот такой накрутки хочется уйти в монастырь, уволиться с работы и развестись с мужем. Хотя ничего объективно не произошло. Это просто наш мыслительный процесс. Здесь очень классно вам поможет аутогенная тренировка по Шульцу. Ее можно найти в интернете. И где-то месяц работы с этой техникой, это 7-8 минут в день, совсем немного, поможет научиться управлять своим мыслительным процессом. Вы думаете только о том, о чем вы хотите, о чем вам нужно, и не улетаете куда-то. Потому что вот стресс как в животном мире. Зебра пасется, гепард напал, зебра увидела, побежала, убежала, гепарда нет. Когда она убегала, включалась симпатическая нервная система. Гепард, да нет, она убежала, все хорошо. Включается парасимпатическая нервная система, и все функции восстанавливаются. Зебра не думает, у меня, наверное, кривые ноги. Этот гепард такая сволочь бессовестный, как его земля носит. Не накрутит. Мама у меня была кривоногая, я поэтому такая. Нет, она спаслась, она ест, восстанавливает свои силы. Гепард тоже, если не поймал, не думает, что-то со мной не так. Он тоже следующую жертву стережет. Вот мы себя стрессуем и вредим себе не самим стрессом, а вот этим накручиванием. Оно носит название дистресс, когда мы постоянно в стрессе. Еще что поможет не подводить себя к таким моментам, это когда мы подзаряжаем свою психику. Обязательно у каждого человека должен быть список минимум из 15 дел, которые ему делать в кайф и в радость. Потому что мобильный телефон, чтобы он работал, его нужно обязательно заряжать. И если вы его не зарядили, вы ему можете рассказать: «Дружок, у меня не было совершенно времени и не было кабеля». Но он просто не будет работать. То же самое с психикой заряжает нас то, что доставляет нам поистине радость и удовольствие. Простые, доступные, недорогие вещи, которые вам в кайф. Если в вашей жизни будет хотя бы одно такое дело в день, психика будет подзаряжаться и не дойдет до состояния истощения. И самое важное, что следует помнить, пока мы живы, все можно исправить. Так или иначе. Может быть, не самостоятельно, обратившись за помощью. Но если человек принимает решение уйти из жизни, уже ничего исправить нельзя. Поэтому, знаете, мы, наверное, я не знаю, можем ли мы поменять мир или страну. Может, люди какие-то с большим масштабом личности могут.
Но поменять свою жизнь может каждый человек, это 100%. И наша святая задача в этой жизни – сделать так, чтобы мы были счастливы, реализованы, окружали себя теми людьми, которых мы любим, которые нам близки, занимались теми делами, которые нам по душе. Это реально можно. Возможно, не за один момент, но потихоньку вырулить в этом направлении можно. И если каждый для себя сделает так, то про самоубийство и всякие другие депрессии мы и не будем вспоминать, как бы сложно мир не разворачивался. В мире всегда что-то случается. И залог – это наша опора на себя, наша внутренняя сила, наша любовь к себе и к людям. Дмитро, як ви справляєтеся з поганим настроєм? Ну, у мене своя пілюля – це спорт. Всю жизнь він мені допомагає, із трудних ситуацій витаскує. І завжди це рекомендую, і ще ні разу не слышав, щоб кого-то це підвело. Всі наші психологічні проблеми, вони відражаються на нашому фізичному тілі. Но прелість в тому, що і фізичне наше отражается на психическом. Если мы пошли и в радость, позанимались, поиграли во что-то, то это передалось и на наше психическое состояние. Нам легче. Очень часто вспоминаю такие еще свои подростковые периоды, когда ты приходишь в спортивный зал в очень плохом настроении, а спустя 2 часа ты его покидаешь, как новая монетка. Ты забыл о всех проблемах. Вот как Юля говорит, зебра, которая сбросила с себя все нагрузки и не думает ни о каких ненужностях. То есть ты уже идешь уже совсем обновленный, готов решать любые вопросы, любые проблемы. Дякую, що завітали до нашої студії. Всім здоров'я та гарного настрою.